торговом доме «Киргов» в честь 22-летия со дня его основания состоялся розыгрыш призов. Мероприятие проходило в торжественной обстановке. Главным призом конкурса была новая квартира в Махачкале. Отбор участников конкурса проводился с 1 мая до 1 октября. Ими становились все, кто купил товар на сумму свыше 1000 рублей. Помимо квартиры разыгрывалось множество других ценных призов. 1000 призов и 3 квартиры. Это квартира в Дербенте, квартира в Хасаюрте, квартира в Махачкале. Сегодня, 1 октября, в день нашего праздника, мы решили организовать здесь этот тираж. Вы, наверное, убедились, что достаточно большое количество людей было. Розыгрыш тоже прошел великолепно. В прямом онлайне те, кто выиграли, тоже встречались по телефону, сообщали им эту радость. Имена победителей выбирались при помощи лототрона. По словам организаторов конкурса, они сделали все возможное, чтобы он прошел прозрачно и честно. Купоны с именем участников конкурса вынимали дети. Обладателем главного приза новой квартиры в Махачкале стал Рустам Хасбулатов. Только с самолета в Москву слез, говорит, и мне такую радость принесли. Нам приятно, что мы сделали такую радость ему. Безусловно, человек даже спросил, это шутка или что, когда услышал аплодисменты, он понял, что это правда. Ну, как вы знаете, Киргой обычно каждый год в своем празднике, она старается не только для себя этот праздник сделать, и для людей. Безусловно, очень, я даже как-то говорил, дай бог, чтобы квартиру выиграл именно нуждающийся человек. Для всех, кто пришел на мероприятие, организаторы устроили настоящий праздник. Перед присутствующими выступали артисты, детский национальный ансамбль. Вел торжество известный в Дагестане певец и ведущий Султан Трамов. Акция проходит в 3 городах республики – Махачкале, Дербенте и Хасаюрте. Сегодня состоялся розыгрыш квартиры в Дербенте. А 3 числа в городе Хасаюрте состоится финальная стадия конкурса, на которой также будет разыграна квартира и другие ценные призы. Абдулла Алиев, Гилач Курбан Алиев, Салмагит Ихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.